перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в Vamp Attack, или Атака на Болоте, или Болотная Атака. В общем, ребятки, а перед просмотром этого видео я хочу передать привет Аиде Чакчаровой, Виталику Прохорову, Кузьме, Саше и Оле. Поехали! Так, ну что ж, ребята, мы уже с вами дошли до 11 уровня. Напоминаю, ребятчики, вам, что мы играем по 5 уровней. Каждый эпизод, получается, у нас идет по 5 уровней, чтобы нам не было так сильно скучно, ребят. И чтобы эти... О, ребята, что это такое, ребятчики, посмотрите. Эти крокодилы уже идут с какими-то кастрюлями на голове. Смотрите, это их такая защита, я так понимаю, новая. Так, а что же я не купил патронов, ребят? Это надо будет улучшить ружье, потому что, ребятчики, против этих крокодилов новых, у которых, смотрите, есть дополнительная защита, у меня абсолютно ничего нет. Давайте огнем мы их бросим. Пускай горят вот так вот. О, отлично, отлично. Давайте вот так вот. Вау. Вот так, вот так, вот так. Давайте еще раз. Опа, все, супер. Так, ребятчики, ну что ж. Так, опять эти еноты плывут, ребят. Я не знаю, что делать. Они реально... у енотов даже тоже, смотрите, на голове есть такая вот... штука, через которую вермишель можно отбрасывать. Так, давай, давай, давай. Отличненько. Довольно-таки неплохо, ребят. Я только не понимаю, это у нас обновление получается такое зимнее, что снег идет. Нужно было скачать летнее обновление. Ну да ладно, уже не будем обращать на это внимание, на эти обновления. Давайте просто уже поиграем в эту игрушку и все. Так, давайте вот этих бобров. Оп, уточка, уточка дает мне монетку. Оп, крыса идет с ружьем, ребят. Надо, наверное, 3 раза дробью в него стрельнуть, чтобы я его убил. О, ребятчики, бобры идут с кастрюлями на голове. Вы только посмотрите. И как же ж его уничтожить? Я даже не знаю. Посмотрите, сколько нужно в него стрелять, чтобы реально он погиб. Посмотрите. Ну, реально, очень сложно. Ребята, он сейчас... Фух, я думал, он сейчас начнет пилить, ребятчики, мой дом. И просто-напросто распилить его. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, я считаю. И 11 уровень мы с вами, ребятки, с легкостью прошли. Так, забираем уточку. Все, ребят, подарочки. О, подарки тут, ребят, один коктейль Молотова у меня и один, получается, динамит. О, и холодильник даже мне дали, круто. Так, ребятки, ну что ж, отличненько. Уровень 11 пройден у нас и продолжаем нашу игрушку. Так, ребятки, у меня есть 2310, я могу улучшить динамит. Давайте, наверное, улучшим взрывчатку динамита и купим, ребятки, боеприпасов. Давайте динамит купим, еще один и еще один. Так, ну что ж, дорогие друзья, погнали, перейдем к 12 уровню и начнем, собственно. О боже, да их тут полно, называется уровень, ребята. Да, стреляем, 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 стреляем. Так, давайте, наверное, вот бросать вот где-то вот сюда вот. О, отличненько. 2 я сразу, ребятки, крокодила уничтожил. Надо будет в следующий раз, ребятки, улучшить ружье и купить кузи патроны. Ой-ой-ой, ребята, вы только посмотрите, кто идет. Как их много, да? Ребята, все, 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 они начинают хавать мой дом. Да что ж такое, а? Хух, ребят, я думал, они сейчас просто-напросто нападут на меня. Хорошо, что я купил защиту для дома. Ого, да сколько же вас здесь будет, а? Нате, вот так вот, смотрите, 4 сразу завалил. Давайте еще. Бабах, бомбу. Да, ребята, вы видели? Туман какой. Какой стоит густой туман, ребятки. И мы просто-напросто... А вот и черепахи, ребятки, плывут. Они совсем мне не нужны. Ну что это такое? Вы только посмотрите, кто тут валит ко мне. Так, давайте, давайте, давайте. Сразу их уничтожать. Вау, ребятчики. Вот он идет уже на меня. Так, и этот еще идет, ребята. Давайте вот так вот. Вот, вот. Отлично, отлично, отлично. О, забираем подарок, ребятчики. О, подарки у нас УЗИ, ребят. Вот это и все, ребячки. 32 патрона я просто-напросто выстрелил только что так быстро, что и сам не заметил, как они так быстро у меня закончились.
Так, ну сейчас думаю, будут идти много крокодилов. Да, вот, и мы, собственно, с вами давайте бросим холодильник, чтобы притормозить. Это, правда, не крокодилы, опа, аптечку подобрали, а еноты. Но все равно их чуть-чуть приморозим, потому что это довольно-таки нелегко, ребят, отбиваться от них. Давайте еще раз их заморозим, перезарядим наше ружье и будем стрелять. Ребята, нет, они идут ко мне, бабах. Ну ничего, ребятчики, они все-таки не сумели подорвать мой дом. Так что переживать, в принципе, не за что. Забираем. О, ребятки, мы разблокировали с вами автомат. О, и патроны к автомату нам дали. Вот это круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте переходим на 13 уровень сейчас с вами. И посмотрим, что нас там интересненького ждет. Так, ребята, динамит. Давайте пока ничего не будем улучшать. Абсолютно ничего. Пускай давайте все оставим так, как есть. Просто купим вот, вот пару боеприпасов. Все остальные деньги оставим, чтобы улучшить дробовик в будущем, ребячки. А так давайте переходим на 13 уровень. И поехали, ребячки. Называется западня. Да, довольно-таки, ребячки, нелегко. Реально, западня это серьезно. Только посмотрите. Ах ты крысик, там где крыса стреляет, ребята. Ага, там комары просто. Я думаю, в чем проблема? У меня уже половины здоровья нету, ребята. Посмотрите на мой дом. Реально нету половины здоровья. Куда девается мое здоровье? Так, идут, ребята, бобры. Идут бобры с бензопилами. Надо их потихонечку как-то будет валить, ребята. Давайте вот этот уровень мы должны обязательно с вами уже дойти. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. О, ребят, отлично, мы взяли аптечку с вами. А вот идут, смотрите, с друшлаками на голове вот такие вот ребятчики. О, отлично, вторая аптечка, неплохо. Так, вот этих комаров надо в первую очередь, ребятки, выстреливать. Давайте заморозим всех, потому что мы не успеем просто-напросто. Да что ж такое, а? О. О, быстрая перезарядка, ребятки, меня спасает. Я думал, что я этот уровень, ребячки, уже не пройду и просто-напросто останусь ни с чем. Ребята, вы только посмотрите, сколько их здесь. В первую очередь, мне надо бомбить. Ай-яй-яй, нет, я не хочу умирать. Давайте автомат возьмем. Вот так вот, ребятки, если бы реально не автомат, мы, наверное, бы проиграли. Ребятки, реально автомат нас выручил. 96 патронов для УЗИ и 60 патронов для автомата. Ребят, это просто супер. Так, ну что ж, неплохо, неплохо. Давайте переходим, ребятки, к 14 уровню. Давайте, наверное, пока тоже не будем ничего покупать, отложим денежку на потом. Так что, в принципе, ребятки, поехали. 14 уровень довольно-таки неплохо. Так, ну что ж. Так, оп, монеточка. Ох, и долго перезаряжает. Да что ж такое? Ружье перезаряжается настолько долго, ребят. Реально, я просто в шоке. О, один холодильник, ребятчики, у меня есть. Спасибо огромное разработчикам для того, что оставили здесь для меня холодильник. О,
я взял аптечку, ребята, круто. Половина уровня уже пройдена, ребят, и я хочу вам сказать, что успех скоро к нам придет с вами обязательно. Если что-то долго делать, тогда успех будет, ребят, и мы наконец-то сможем далеко зайти в эту игрушку. Давайте, наверное, вот выберем притормозить немножко, потому что мы просто-напросто не успеем уничтожить всех. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Давай, 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 давай. Вот так вот, отличненько, аптечку взяли мы. И давайте еще раз добьем эту крысу. И ждем, собственно, новых, ребяточки. Ага, комары, 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 комары. Мы убиваем комаров, забираем денежку. Опять убиваем комаров, потому что они, ребятки, стреляют слизью. А слизь это довольно-таки, ребятки, плохо. Раз, два, три, четыре, пять. Перезаряжаем, потому что нечем стрелять реально. Ну, в принципе, все, ребят. Я думаю, мы прошли 14 уровень. И это просто, ребятки, супер. Давайте посмотрим, что у нас дальше, ребят. Так, ну что ж, дорогие друзья, оружие у нас есть. Для того, чтобы его улучшить, нам нужно 6000. Я думаю, что этого пока не стоит делать. Пускай деньги лучше мы еще прибережем немножко. И давайте перейдем к последнему, к 15 уровню. И посмотрим. А, это уровень НЛО, ребят. Неопознанная летающая тарелка. Все, как всегда, ребячки, НЛО у нас все забирает, как мы видим. И, грубо говоря, оставляет нас просто-напросто наедине с ружьем и с нашим домом. А вот и она. Если в нее попасть, то мы можем забрать автомат, например, да? И будем вот так вот, ребячки, автоматом стреливать все. Оп, и УЗИ здесь есть, ребята, вот видите. О, опять есть автомат, ребят. Ай, пришли, кушают меня, ребята. Так, ребятки, половина уровня практически уже пройдена. И реально здесь нашествие огромных комаров, ребят. Их очень много идет, плывет. О, ребят, отлично. Я взял еще одну взрывчатку. Сейчас мы, собственно, бросим ее, ребят. О, еще одна взрывчатка есть. Отлично, ребят. Так, давайте приморозим немножко, потому что реально не нужны. О, давайте еще одну взрывчатку сюда бросим. О, коктейль Молотова, ребят. Давайте бросим их. Пускай горят. Ага, ребят, видите, крысы опять. Ага, ребята, вот это вот такие комары. Комары, ребята, в меня попадают комары. Отлично, ребятки. О, у меня эликсир здоровья, ребятки, был. И я только что чуть не погиб. И реально это меня, ребятки, спасло. Давайте холодильником заморозим и застрелим. Но по-другому реально никак. О, еще одну заморозку я взял. Да, ребятки, игра не из легких. Кто раньше в нее не играл, тому сложно будет. Так, ну что ж, дорогие друзья, неплохо мы с вами прошли этот уровень НЛО 15. Напомню вам, ребятки, мы в каждом эпизоде проходим по 5 уровней. Так что, дорогие друзья, давайте закругляться в этом видосике и встретимся в следующем видео. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.